Внимание, пешеход. Традиционная акция ГИБДД вновь проходит в Братске. Сотрудники ДПС стоят возле пешеходных переходов на оживленных улицах города. Особое внимание уделяют водителям, которые не уступают дорогу пешеходам. Для акции выбрали два дня – сегодняшнюю пятницу и понедельник, 15 июля. По статистике, именно в эти дни недели произошло 57% всех ДТП с участием пешеходов. Всего за прошедшие полгода в Иркутской области случилось 92 таких происшествия. 7 человек погибли, 91 получили травмы различной степени тяжести. В 88 случаях в этих дорожно-транспортных происшествиях виноваты водители, не предоставившие преимущество пешеходам на пешеходных переходах. Или в 4 случаях виноваты сами пешеходы, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Водителям, не уступившим дорогу пешеходам на пешеходном переходе, грозит штраф 1000 рублей.